Уважаемые студенты, мы продолжаем изучение курса «Новейшая история стран Запада». На прошлой лекции я вам рассказывал о Германии между двумя мировыми войнами. А на этой лекции очень коротко придется пройтись по истории Италии, Испании, Англии, Франции между двумя мировыми войнами. Что касается библиографии к этой теме, есть замечательная книга испанского историка Гарсии, называется «Испания 20 века». Есть книжка советского историка Борисова «Новейшая история Франции». И несколько очень хороших монографий. Это Жорж Сориа «Война и революция в Испании» 1936-1939 года в двух томах. Москва, 87 год издания. Это книжка Трухановского «Уинстон Черчилль. Политическая биография». Москва, 89 год. Это статья в журнале «Новейшая история» за 90-й год, номер 6, Пожарской, генералиссимус Франко и его время. А также замечательная книга Вольфрама Фишера «Европа, экономика, общество и государство», которая блестяще раскрывает данный период. Итак, начнем, я думаю, с Италии, и потому что это первая страна в Европе, в которой к власти пришли фашисты. И надо сказать, одно время Гитлер преклонялся перед Муссолини, даже бюст его, так сказать, держал в своем кабинете. Да? Дело в том, что Италия вышла из Первой мировой войны в очень странном положении. Дело в том, что она в 15 году вошла в состав Антанты, ну и вроде бы относилась к лагерю победителей, а с другой стороны Италию называли проигравших среди победителей. Дело в том, что воевала она в этой войне не очень удачно, потерпела крупное разгромное поражение в битве при Капаретто. Вот. А кроме того, по итогам Первой мировой войны ей мало что досталось из территории, на которую Италия претендовала. Большую часть территориальных вопросов было решено в пользу Сербии. Было создано государство, королевство сербов, хорватов и словенцев. Вот им-то, собственно говоря, и досталась большая часть из того, на что претендовала Италия. Так что Италия вышла из войны недовольной, с большими людскими материальными потерями, с долгами. И поэтому в стране очень сильны были такие, знаете, реваншистские, очень недовольные настроения, которые, в общем-то, в обществе провоцировали ветераны войны, которые вернулись из окопов. Из окопов же вернулся и лидер будущей фашистского движения, фашистской партии Бенито Муссолини. Он одно время воевал в Первой мировой войне, был ранен снарядом, так сказать, вражеским. Вот. И поэтому среди ветеранов считался своим. А кроме того, Муссолини по профессии был журналистом. У него был очень хороший слог. Во всех газетах, в которых он работал, он увеличивал в разы тиражи. Был очень хорошим главным редактором. И в конце концов он начал свою политическую карьеру как социалист, потом вышел из социалистической партии и в марте 2019 года принял активное участие в первом общенациональном слете так называемых боевых отрядов в Милане. Вот это и есть дата создания фашистского движения. Боевые отряды по-итальянски «Fascio di Combattimento». Вот видите, здесь есть слово «фашо», то есть отсюда фашизм. А «фашо» буквально в переводе с итальянского означает «пучок», «объединение». Но, а так это союз фашистских боевиков, фашистских боевых отрядов. И очень быстро это движение, образованное, напомню, в 2019 году, переросло в партию. Уже в ноябре 2021 года была создана национальная фашистская партия, лидером которой стал Бенито Муссолини. Фашисты объявили поход на Рим, все испугались, включая короля так сказать, Италии, а римский папа симпатизировал фашистам и благословлял их. И в результате вместо похода на Рим Муссолини был вызван королем в столицу и назначен премьер-министром. Это было в октябре 22 года. И вскоре в стране создается такой чрезвычайный надконституционный орган, Большой фашистский совет. Он начинает, собственно говоря, всем заправлять в стране. В 24 году, 10 июня, власть фашистов чуть не рухнула в результате дела Маттиотти. Дело в том, что был такой социалист Маттиотти, который был депутатом парламента итальянского, и он грозился выступить в парламенте, разоблачить фальсификации, которые были со стороны фашистов на выборах. Он был боевиками фашистскими похищен и убит, и вот вспыхнул такой всенародный гнев, который чуть не опрокинул фашистский режим.
Ну, не хватило, наверное, какой-то горстки решительных людей. В этот момент можно было, наверное, арестовать и судить Муссолини и его приспешников, но таких решительных людей, видимо, не нашлось. Сам Муссолини сильно струсил, так сказать, и боялся потерять власть. Но в конце концов, значит, он удержался у власти, так сказать, и в ноябре 26 года принял целый ряд чрезвычайных фашистских законов. То есть фактически в Италии был установлен фашистский режим, началась расовая сегрегация, очень агрессивная внутренняя и внешняя политика, естественно. Вот. И один из первых важных шагов – это было урегулирование Ватиканской проблемы. В 29 году с папским престолом был подписан договор о том, что, значит, в центре Рима, вокруг собора Святого Петра квартал и плюс, так сказать, еще загородная резиденция папы объявлялись государством Ватикан, а римский папа за очень большую денежную компенсацию отказывался от прав на Рим. Таким образом, вот фашистский режим в Италии и католические, так сказать, католические лидеры во главе с папой вот урегулировали ватиканскую проблему, было образовано государство Ватикан в центре Рима. Как часть агрессивной внешней политики назову октябрьскую агрессию против Эфиопии, итальянскую, в 1935 году. Эта маленькая, так сказать, африканская страна была побеждена итальянцами, и это превозносилось как какой-то триумф, как возрождение Римской империи, вообще вот этот псевдоримский декорум был повсюду, и даже вот жест был перенят у римлян, так сказать, вот это вытянутая вверх правая рука, нацистское приветствие, это вот пошло из Древнего Рима, так сказать, триумфатор, полководец приветствовал легионеров, которые шли маршем мимо него. Италия станет верным союзником Германии, вот, и в конце 30-х годов, и в годы Второй мировой войны, и Муссолини окончит жизнь, так сказать, будучи повешенным партизаном итальянского сопротивления. Но об этом уже, так сказать, позже. А сейчас поговорим об еще одной стране, в которой фашисты пришли к власти. Это Испания. Испания не принимала участия в Первой мировой войне, но тем не менее это была очень архаичная старая страна, где была очень неразвита промышленность, не было современной армии, где огромную площадь территории занимали монастыри, так сказать, и надо сказать, что это была действительно бедная отсталая страна, в которую еще раздирали там национальные противоречия, были сепаратистские движения, так сказать, в Каталонии, в Басконии, в Галисии, вот. И все эти проблемы попытались решить военные. В сентябре 23 года в Испании произвел переворот военный генерал Мигель Прима де Ривера. Вот, и вот была установлена диктатура Прима де Ривера с сентября 23 по январь 30 годов. Но эта военная диктатура никакого улучшения стране не принесла, проблемы только усугубились, и ему пришлось оставить свой пост, и в стране были намечены выборы 14 апреля 31 года. В ходе этих выборов победили партии республиканского толка, в Испании произошла буржуазная революция, и 14 апреля, повторюсь, 1931 года Испания была провозглашена республикой. В 1933 году сын Мигеля Прима де Ривера, бывшего военного диктатора, Хуан Антонио Прима де Ривера, образовал в Испании фашистскую партию под названием «Испанская фаланга», и после этого в стране с 1933 по 1935 годы наступило черное двухлетие. Вот, это опять, так сказать, возврат к очень жесткой консервативной диктатуре, накопление проблем внутренних и внешних. Вот, и в 1936 году, в январе, по инициативе Коммунистической партии Испании, которая возглавляла Долорес Ибаррурис знаменитая, вот, и некоторые другие лидеры известные, был создан Народный фронт, который 16 февраля того же 1936 года победил на выборах в Кортесы. Кортесы, так называется, парламент в Испании. То есть фактически коммунисты, социалисты, которые составляли ядро Народного фронта, пришли к власти мирным путем. Но надо сказать, что это не всем нравилось, особенно военным. И 17 июля в 1936 года в Испании начался фашистский мятеж. Он начался за пределами Испании, в испанском Марокко, где стоял очень сильный, очень большой, так сказать, такой корпус войск колониальных испанских. И по сигналу знаменитому, когда по радио объявили над всей Испанией безоблачное небо, по этому, так сказать, сигналу в стране вспыхнул мятеж.
Сейчас, к сожалению, нет времени долго рассказывать о том, что происходило в Испании. Но вот это с 36 года по 39 год в Испании шла гражданская война, в которой погибли сотни тысяч испанцев с той и с другой стороны, и республиканцы, и фашисты, собственно говоря. И в конце концов, в 39 году победили фашисты во главе с Франциско Франко, и была установлена фашистская, франкистская диктатура очень надолго, да, вплоть до смерти Франко в 1975 году. А в Испании республиканцы очень долго сопротивлялись. Активную помощь им стал оказывать Советский Союз. Он поставлял сюда, так сказать, и продовольствие, и снаряжение, оружие. Вот. Активную помощь фашистам испанским оказывали итальянские власти и германские особенно власти. Сотни тысяч, так сказать, солдат-офицеров итальянских и германских воевали на стороне фашистов. И надо сказать, что даже часть испанских детей, так сказать, была вывезена в Советский Союз из республиканской Испании. Вот. Но в конце концов, ну, там было что-то порядка нескольких тысяч советских военных специалистов, советников, связистов, там, летчиков, танкистов и так далее. Это отдельная история, очень интересная. И я думаю, что целый час на семинаре можно будет посвятить именно гражданской войне в Испании, но так или иначе, значит, франкисты победили, а республиканская Испания потерпела поражение. Ну и коротко о ситуации во Франции и в Англии, да, между двумя мировыми войнами. Во Франции в 20 году, в сентябре, президентом Франции был избран бывший социалист, перешедший в консервативный лагерь Александр Мильеран. Вот. В декабре на съезде в городе Тур произошел раскол социалистической партии Франции на компартию и социалистическую партию. Вы помните русский кризис 23 года? Это ввод как раз-таки французских и бельгийских войск на территории русского угольного бассейна. С 24 по 31 годы президентом был Думерк, а затем его сменил президент с очень похожей фамилией Думер, Поль Думер. И вот в 32 году президент Франции Поль Думер был убит русским белогвардейцем Горгуловым. Это вызвало очень большой всплеск такой антирусских, антииммигрантских настроений. Париж был центром, так сказать, российской иммиграции. Здесь было очень много бывших военных, интеллигентов там и так далее. И вот это то, что именно белогвардейский бывший офицер Горгулов убил президента Франции. Это, в общем, было очень таким крупным событием, вот, и вызвало антироссийские настроения. Вот. В 1934 году, 6 февраля, была попытка государственного переворота во Франции. Фашистские лиги пытались этот переворот совершить, но неудачно, он был подавлен. А в 1936 году на выборах одержали победу партии Народного фронта, который действовал всего год до 1937 года. И с 1938 года по 1940 правительство радикала Даладье, так сказать, вот, привело к Францию ко Второй мировой войне. В Англии важнейший вопрос периода Первой мировой войны и первых послевоенных лет – это ирландский вопрос. Ирландцы боролись за свою независимость. Там была партия Sinn Féin, в переводе «Мы сами». Они очень долго боролись за независимость, даже при помощи террористических актов и при помощи того, что блокировали работу парламента британского и так далее, и так далее. Так или иначе, этот вопрос долго решался. И в конце концов, в январе 2019 года была провозглашена Ирландская республика во главе с президентом по фамилии Де Валера. Вот. И этот президент пошел на компромисс с Великобританией. 6 декабря 2021 года был подписан договор о расчленении Ирландии и о создании Ирландского свободного государства. Большая часть Ирландии стала с ирландским государством, а вот северо-восточная часть Ирландии стала, так сказать, это регион, который известен как Ольстер, как Северная Ирландия, так сказать, остался в составе Великобритании. В 1924 году, в январе, лидер лейбористов Макдональд сформировал первое лейбористское правительство, а затем мировой экономический кризис. В его ходе в 1931 году был принят Вестминстерский статут и образовано Британское Содружество Наций и Стерлинговый блок. А также в 1932 году Освальд Мосли создал Британский Союз Фашистов. А очень быстро 5 контрольных вопросов. Первый. Термин «фашизм» – что означает, с какого языка, когда возникла итальянская фашистская партия, что вы знаете о провозглашении Испании республикой, назовите хронологические рамки гражданской войны в Испании и когда было образовано Британское Содружество Наций. На этом все.
Благодарю вас за внимание.